баклажанное сено. Это главный стратегический вопрос хозяйства. В этом году и жара была, и дожди. И вот, слава богу, сейчас погода хорошая. Ну, уже давненько, уже недели две, наверное, начали косить тут в Углоне. Каждый год ситуация меняется там. Вот, ну, горем пополам, в общем. Так что с Божьей помощью, я думаю, это сено всем хватит. У нас немножко, у кого-то больше. Так что слава Богу. И погода, кстати, хорошая пока. Кто там такой спрятался? Типа, ты что там? Извини, уже. Кисёныш. Кисёныш наш захотел в сене спрятаться. Кисёныш. Тем временем, пока там на зиму запасы пополняем, козочки наши пасутся. Скажи, нам сейчас тоже кушать надо. Полным ртом. Пока тут все, скажи, не скосили. Все вкусненько, полезненько. Это мы тополёк тут огородили от них. Ну-ка, давайте отходим. Шить. Трактор там едет. Шить. Да, два тюка тут развалилось. Ну и этим, конечно, тут же надо все это попробовать. Сено такое короткое, мелкое. Трудно будет сейчас его собрать. Ну что ж теперь. Будем перекидывать вон туда, в ту половину загона. Эти сразу тут готовы похулиганить. Кто нам сеном нет? Бесстыжие. Ну-ка, брысь. Не было бы, говорит, несчастье, да счастье помогло. Стали тут выгружать, два тюка развалилось. Ну а в это. Сена там много. Сено закрученное, вот. Поэтому это сейчас буду вот эти два тюка просто отдельно спирдовать в такую копну, в общем, копнить. Ну и палаткой накрывать. В общем, не получилось у нас по-быстрому сегодня расправиться с сеном. Ну ладно, что, вилы есть, сейчас будем кидать. Куда-нибудь сюда сделаю. Бывает такое, что не разваливается. Зато козы рады и уже готовы все сожрать. Там вкуснее, видать. Виталик. Тут тихо, здесь пайка бегает. Виталий, не драть.
молчит. Я до 30 секунд снимаю, потом звук уберешь. Я говорю, снимаю для 30 секунд, звук уберешь отсюда. Ну и кто там? Какой-то хулиган? Папе помогай. Давай, вон туда сено. Вот так вот. В резине на сапогах тоже. Давай еще. С детства к труду приучаемся. Бам. Да сено скользкое. Ну ладно, пока. Ладно,